Запуск первой ветки энергомоста из Кубани на полуостров – не повод для отмены чрезвычайной ситуации. Об этом на пресс-конференции сообщил начальник управления обеспечения мероприятий гражданской защиты населения Севастополя Игорь Маратович Васильев. Безусловно, главная новость – это вот пуск вот этой первой ниточки энергомоста. Но все мы должны понимать, что режим чрезвычайной ситуации снимем не завтра, поэтому это не повод расслабиться. Игорь Васильев сказал, что план распределения электроэнергии, поступившей в Крым с материка, есть и у государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымэнерго», и у компании «Севастополэнерго». Но официально он еще никем не утвержден. Перед городом задачи остаются прежними – выдержать график подачи электроэнергии, исходя из подаваемой мощности, а также дополнительно установить резервные источники питания, где это запланировано. На данный момент практически со всей страны нам везут дизель-генераторы установки на наши школы. Вот сегодня ночью я встретил колонну с Ешкор-Алы, 8 дизель-генераторов уже будем распределять. И со мной на связи группа из Смоленска и Липецка, уже 10 и 6 генераторов везут. Поэтому все задачи по дополнительной электроэнергии продолжаем выполнять.